XSR 900 с нештатным рулем, установлены ручки с возможностью регулировки длины под пальцы, либо правильно сказать, там кисть и так далее. Вот стоят слайдеры с двух сторон. У него стоял вот такой вот чехол на байке, оригинальный, дорогой. Его мы отдаем вместе с мотоциклом. Мы установили японские карбоновые вот такие вот крышки. Заказывали из Японии, все как надо. То есть никакого колхоза здесь нет. Вот, этот чехол отдаем вместе с мотоциклом. Убираем его в сторону. По состоянию мотоцикла нареканий абсолютно никаких нет. Резина перед у нас отлично, тормозные диски отлично, остаток колодок больше половины, АБС перед, зад. Никаких замечаний, царапин, побитых элементов, ничего на мотоцикле нет. Резина зад тоже в отличном состоянии. 19-го года перед, зад у нас тормозные диски, тормозной диск сзади. Отлично, колодки у нас процентов 80 точно есть. Цепь звезда отлично. Общий пробег мотоцикла, кажется, 30 с лишним тысяч. Установлен USB выход на две розеточки. Зеркал, к сожалению, нет. Два ключа, один. Забыл сервис ключ, один обычный. Пробег 30, почти 35 тысяч километров.